То есть здесь очень интересные разрезы геологические, которые представляют один из самых интереснейших интервалов в истории Земли. Переход от докембрия к кембрию называется. То есть переход от того времени, когда на Земле еще было мало организмов животных, до того времени, когда их стало очень много. Видно, что все кишит различными скелетными организмами. Это в данном случае хиолиты, таких сейчас нету, но они более-менее похожи, скажем, на двустворок, на улиток, в какой-то степени это их родственники. То есть мы уже можем говорить, что это несомненные животные, и даже говорить о том, какие это были животные, как они жили, чем питались. Во-первых, это действительно одно из самых уникальных мест в мире, поскольку здесь мы можем наблюдать за уникальным явлением, это появление и увеличение разнообразие организмов, животных настоящих. Мой интерес здесь прежде всего с помощью образцов, которые мы здесь взяли проб, проанализировать, как происходило накопление кислорода в океане, поскольку он не всегда был таким, как сейчас. То есть это океан по содержанию кислорода отражает его в атмосфере. А вот когда-то было совсем не так, и вот нужно понять, когда в океане накопилось достаточно кислорода и как это связано с эволюцией животных.